то ли зимой там пройдите, зимой там со всех сторон заметено. Сейчас я вас прошу убрать машины отсюда, и мы поговорим. Его можно поговорить и так. Я говорю, уберите говорит. Машины, пожалуйста, отсюда. Тогда будем разговаривать. Сюда заезжать нельзя. Вот так вот он вот так вот ездит. Да? Ну вот так вот он ездит. Вот это вот что, ну. Вот эти же вот, которые гоняют вот по клуб, а? ДТП резонанс. Да у нас вот. Из-за всего резонанс. Подождите. Ну, давайте так. Вот все случаи, которые были на Суворова, на Пищевиков, такие крупные, и вчера на Варгашоре. Мы были вчера на Варгашоре. Ну, были это одно. Ну, во-первых, ситуация такая, что все происходит из-за превышения скорости. Есть регламентированные правилами дорожного движения, правила, которые кровью написаны, чтобы не гоняли. Если на Суворова было 40 скорость, при 40 скорости нельзя такого это, ДТП, нельзя так сбить женщину, 60 с лишним метров протащить еще. Ну это как? Ну это превышение, согласен. Ну а как? А дальше-то что? Дальше. По ГОСТу там освещение даже превышало там 8 люменов, там было 11, замеряли сотрудники ГИБДД. В том месте, где пешеходный переход, ровно на пешеходном переходе сбил. По ГОСТу полицейский может только рекомендованный быть. Там не скопление ДТП и не учебное заведение. Дальше там светофор, где школа. Там есть. Дальше учебное заведение. Там вот. Дальше светофор есть, который заменяет лежачего полицейского. Понятно. А зимой, когда там заметено около интерната и неоткуда подойти, они идут от Гранта, переходят дорогу. Потому что не с той стороны. Пешеходный переход, во-первых, там он чуть дальше есть. Ну и что? Они не могут пройти. Я туда. Понимаю. Интернат, там же дети все, которых родители переводят. С ограниченными возможностями. Там они сами по себе не ходят, эти дети. Но они ходят это с родителями. Это если по интернету. С родителями это понятно. Ставлю одну тему. 3 сейчас ДТП и 3 ДТП на отремонтированных дорогах. Поэтому зимний период сейчас, да, вы притаскиваете. Это тоже проблема, она понятна. Но именно сейчас, что за месяц произошло, 3 ДТП со смертельным исходом на новых отремонтированных дорогах. Поэтому зимнее содержание, это немного другая песня. Вы сейчас собрались, потому что, ну, возмущены, да, и мы тоже возмущены фактами. Ночью выключать свет для чего? Почему? Вот в такое время 2 часа ночи свет. То есть разговор начался у нас о том, что ночью в 2 часа и под колеса к ним выпрыгивают люди. Ну, нет, они не выпрыгивают, просто ты едешь, у тебя перед глазами ночи. Только 2 значка пешеходных переходов. Поэтому ночью в 2 часа вы аккуратно, спокойно едете по дороге, и вам выпрыгивают. На Чернова, ну опять же, специально никто не выключает. Есть график отключения электрического. На Мира, на Воздейское выключен свет. Вот есть видео, мы вчера ночью. Там даже просто ходить. Время восхода солнца. У нас же еще сумеречное время есть, когда тучи, не видно ничего. С учетом сложившегося в Иркуте, это оно же каждый год, и график это. Сейчас включается, как только темнеет. Давайте опять же вернемся к проблеме сейчас. Сбили не ночью, сбили вечером. 7 часов вечера. Свет ГОСТу соответствует. Превышение скорости – подтвержденный факт по 3 эпизодам. Мы вчера были, но конечно, я мне сказал, что то место, где он сбил, там оно и так освещено было. Подождите. Нет. Вот я лично там был тоже. Сотрудник ГИБДД делал замеры, соответствовало ГОСТу освещение. При этом, когда была авария, тумана не было, он потом сел попозже, там уже стало не видно было. Когда мы приехали, там довольно-таки просматривалось все хорошо. Соответственно, единственное, что там замечание к этой дороге, что нету по канту, нет, не пешеходные, по канту нету разметки. И, ну, не до тротуара, ну, хотя там нет, тротуара нет, обочины
немножко уровень недосыпа. Поэтому, это не причина того, что... Поэтому, ну да, там шли по ходу движения, тоже как бы с точки зрения нарушения, да, должны навстречу идти. У нас основной животрепещущий вопрос, простите, что перебиваю. В Москве ввели закон, что обязали пешеходов носить светоотражающие элементы на одежде. У нас темное время суток длится полгода. То есть вот это полярная зима. Но мы понимаем, что зимой все видно лучше. Кого? Это закон? Взрослых не обязаны. Не смогли принять этот нормативный документ. Нельзя обязать. Но это же ваша и наша безопасность. Вы же ведь вот молодые люди, вот у вас ни у кого нету отражающих в одежде. Вот. Причем отражающие? Ну это не даже. Есть специальные такие полоски. А первое, это что культура, это должно быть в голове, правильно же? Ну, у нас еще большой... Вот вещь. Вы молодые все водители, все, вы же тоже любите погонять. И гоняете, наверное. Ну что? Вот абсолютно. Ну вот машина... Вот ревет как это, да? Даже стартует. Зачем? Зачем? Есть. Зачем? Вот что, выхлопуху надо поменять? Да, не, она просто остыла, поэтому... Да ладно, ну я что, ну тоже, не автомобилист что ли? Мы не гоняем. Там резонатор это, а вон там копейка это, у нее вот так вот уже колеса. Ты что? Давайте так, спортивный автомобиль, а он внутри стойками оборудован? Со смертельными условиями, только спортивный. Так он на ней не гоняет. У нас уже получается 3 ДТП со смертельными исходами за месяц. ДТП в городе случаются регулярно, со смертельными только последние три вот эти эпизода за последние несколько лет, насколько я знаю по статистике, и оба три эпизода, все три, по причине превышения скорости. А можно еще? Проблематика и вся остальная новых. Вами понятна, да, она нами тоже понимает. Это... У нас еще момент по поводу обслуживания дорог, потому что, допустим, на тех же самых кольцевых движениях никак не обозначены вот эти выбоины, которые глубокие, то есть... Люди меняют траекторию движения. Если он сегодня, допустим, успел отработать, то попадает в выбоину, и у него траектория меняется. Одномоментно отремонтировать все дороги мы не можем. Вы видите, какую ремонтную кампанию провели в этом году. Да? Но мы же не можем раз-два, у нас ни СДУ, никаких подрядчиков не хватит моментом все заремонтировать. С этим согласны, но знаки тоже, на все они выбоины не поставишь, но... Которые это. Но с другой стороны, здесь, я понимаю, но с другой стороны, вы же все автомобилисты, даже если яма, вы не имеете права совершать маневр в сторону. Ну, если вы его обозначите поворотником, тогда вы это. Ну а так никто не делает. Увидел яму, резко. Ну, отвернул. Будет кто виноват? Водитель, тот, кто отвернул. Даже если яма, ну тогда притормозить, ну, такое, проехать. Это попадает в яму, ну, у нас выносит на встречу. Я вот ездил по Москве, ездил в Тульской области. У нас, за рулем, знаете, с между областями ездил. Там обозначена все разметка, обозначена все знаки. Там спуск газового, вы же сами понимаете. Разметка у нас. Разметка в других городах, тоже недалеко от Коми, она... переливается, то есть она играет на свет фар. У нас это просто краска, которая месяц поездил по ней, ее нет. Краска меньше. Она тоже отражающая, но, к сожалению... Нет, я бы не сказал, что она играет. В темное время суток она никак не играет. Ты имеешь в виду люминесценцию? Да. Ну, знаки-то отражают. Ну, знаки пешеходы. Ну, всякое есть пластиковая, тоже рассматривали, но нецелесообразно, дерется ковшом при расчистке. Когда будут чистить, ее просто... Ну, это, ну да, краска, это которая резиновый лежащий полицейский. Тоже не себя не это, они все вылетали при чистке. Хорошо. Кроме еще снижает скорость. Да, бывают еще такие ситуации, допустим, на улице сухо, вот идеально видно все. И ночью выезжает поливная машина, и просто вот он не смывает грязь, он просто льет воду. И он заливает лужи, все. И темнота, ничего не видно, никого не видно. Да вот она снимает лучше ночью. Хорошо, как тогда? По городу кататься чистить и показать тогда? Ему, тогда поверить, ну, может быть. Промывать. Реакция будет от них. А так раньше, что? Утра, раньше когда выезжали, светло, уже за 4-5 утра. Автобусы, мы тут не можем умные вещи, умные слова там говорить. Так они и ночью бывают ездят. Даже когда дождь, он выезжает и просто ночью, воду ночью сейчас не ездят, потому что на квартале вот сейчас поливали. Там не было асфальта, в начале, да? Старый асфальт лета, сняли, в сетях был поливная момент, машина едет и моет там грязь. Для чего он это первый делает, раз ее непонятно. Выпустили, тестировали. Тоже видео есть, он днем берет и просто льет воду на там, где нету асфальта. Вот реально. А также, когда выключают свет в городе, так это вообще сложно. Потому что есть встречный автомобиль, тебе светит фарами, и у тебя просто, ну, ты вообще не понимаешь, где ты едешь. Все погодишь.
То есть, ну, это вот так просто по снежку, это одна машина проедет, а если поток на тебя едет? Давайте еще я скажу, у нас каждый год одно и то же. Зимой снег, весной мусор, грязь по городу, летом дороги, осенью отсутствие освещения. Но смертельные случаи, из-за которых мы с вами здесь собрались, только в этом году. А так, то, что по освещению всегда осенью проблематика, и все пишут, и Игорь Валерьевич, в том числе на страничке, оно есть, эта тема. Но я опять же говорю, что эти эпизоды исключительно из-за превышения скорости. Вы сами водите? А если убрать вот эти эпизоды, вы бы говорите, зимой, значит, освещение хорошее. Желтый свет, прям уснуть можно. Да. Должно хорошо освещаться дорога везде по России, в Беларуси белые яркие фонари. Нигде желтых нету. Мы бы еще солнечные батареи поставили. Свет на солнечных батареях, как во втором районе возле музыкальной школы поставили. Подождите, желтые фонари, они так же, как и в России, везде используются. На иномарках, на магистралях. Они в России световой день длиннее, чем у нас. Ну, у нас зимой, во-первых, от снега. Да. От снега светло. Сейчас астахановское движение слепит глаза. Слепит. Слепит белый свет. Так они стоят вот так вот, прям вот, вот так. Ну, вот не важно. Но зато-то хорошо видно. Да, но да, здесь правильно. По желтому свету не слепнет, но там ничего невозможно увидеть. Даже пешехода не увидишь. Также дорога по Ключевиков. Вы видели, что там происходит вообще с дорогой? Ты проезжаешь там, сразу машину можно гнать в автосервис. Вот на сторонке там, да, первый, третий, пятый. Там сначала лужа, которая пол машины твоей строит, а потом уже тест подвески. Возвращаемся с вами к началу разговора. В этом году ремонтная компания более чем высокая. И одномоментно сделать все дороги, ну, невозможно. Но в этом году и дорога там Ключевиков, односторонка в этом году стоит в плане. Если мы сейчас с автозаводской доделаем, будем переходить на Ключевиков. Нет, туда будем переходить, но опять же все зависит от еще от погоды. Почему мы сейчас с этим согласны? Мы будем до последнего, потому что планы есть. Ну и освещение тоже виноват. Освещение ужасно. Сейчас не надо засыпать, она в планах стоит. Там провал, провал получается под линза и оттаивает, там еще теплотрасса проходит. И, соответственно, там всегда будет проваливаться. Все лето эта подсыпка, она держалась. Вот сейчас она, да. Ну, я так поняла, что свет менять не будут. На белый? Да. Я сейчас на линию закрою, на линию. А ты не попусти, ты стопа. Вот кто-то бы выходил сейчас из-за угла.